Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем интервью с пастором Ярканатом Аманжоловым. И традиционное завершение интервью – это его пожелание вам, благословение, может быть, слова напутствия. Да просто. Будут искать Бога и жизни. Я думаю, что будет, мы говорим часто, гармония, хотя не подразумеваем, что это есть. Поэтому будут искать Бога, если совсем по-простому. Я так даже, может, короче, если наладят отношения с Богом, тогда и в жизни все будет хорошо, и в жизни все наладится.